Я устроился работать лесорубом, но однажды вся моя жизнь начала рушиться. И крепко меня придавило. Трехметровая! Жаль, не слышите, это смешно. Ладно, поехали. Зажимает. Пора обедать. Кажется, я напилил уже 66 бревен. На пилораме должны дать неплохие деньги. Эй, грязнули. Да. Ты сильный? Сам знаешь. Тогда подними. Я сам нарвался, да? Да. Эй, грязнули. В этой шляпе ты похож на умника Элмера. Черт, скорее на гомика Элмера. Ах да, на того парня из мультика, точно. Да, смотрится глупо. Кажется, я забыл свой обед. Дашь мне огрызок, когда доешь яблоко? Ладно? Нет, приятель, не дам. Но у меня есть кое-что для тебя. Лови! Дай-ка я тоже отсыплю тебя. Давай-ка, грязнуля, давай! И у меня есть кое-что прямо тебе под нос. Да. Это уже слишком близко. Блин, квашеная капуста? Привет, маленький лесоруб. Красавчик Джо. Ребята пристают к тебе, да? Нет, мисси, мы просто прикалываемся. Ты умеешь хранить секреты? Вроде да. Тогда сохрани это в секрете. О, нет. Так держать. Черт! В этом секрете какой-то секретный соус. У нее ядернее всего. Ну и ну, мисси. Я еще могу поддать газку. Давай. Дайте ему туалетную бумагу.